девчонки, сюда, идите сюда! Наложницы уплывают от султана. В тихой гавани алтайских моржей опять шоу. Бессменный президент Федерации зимнего плавания «Белые медведи» Александр Зеленецкий. В прошлом полицейский и морж со стажем 30 лет. Самому Александру уже 67. Главный «Белый медведь» раскрывает секрет молодости моржей. Они закаляются, делают зарядку, не курят и не пьют. Застолье какое-то, торжество, однозначно алкоголь исключается. Даже вплоть до свадьбы или каких-то дней рождения, или, ну, награждение. То есть у нас идет чайпитие, сладости. Хотя так сразу и не скажешь. Кстати, по словам Зеленецкого, каждый человек может пробудить своего внутреннего моржа и окунуться в ледяную прорубь в любом возрасте. Самому маленькому моржонку белых медведей 4 года, а самому взрослому 73. Идет крещение, да, 19 января, и люди уже не спрашивают, какие у них заболевания, они идут, Господи помилуй, в прорубь 3 раза окунуться, идут довольные, счастливые. А здесь мы и после 19-го, и каждый день, и в любые выходные дни сюда приходим, и люди обращаются, что у них какие-то проблемы со здоровьем. Конечно, мы их направляем в больницу, чтобы они там у себя по месту жительства посмотрели, пообследовали. Кстати, алтайские люди-моржи утверждают, что коронавирус их почти не коснулся. Еще бы, весной Федерация плавания «Белые медведи» превратилась в антикризисный театр. Тогда алтайские моржи одержали победу над коронавирусом, утопив его в холодной воде. Аплодисменты, тащим его! Тубим! Держим, держим, держим! Корона осталась, все! Если кто-то нас и болел, то только в очень легкой форме. Потому что у нас нет практически ни у кого хронических заболеваний. Здесь люди все необычные, которые ведут здоровый образ жизни. Не лежат на диване, не спят. Даже если моржи немного преувеличивают значимость своих водных процедур, им можно только позавидовать. Не каждый человек может бросить все и вот так заботно танцевать под чунга-чанга, когда тебе уже за 60. Поздравляем всех! Но моржа! Прекрасного и сильного животного! Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком.